Редакторы популярного шоу «Поле чудес» на Первом канале допустили грубую ошибку в вышедшем накануне выпуске. Перед участниками передачи была поставлена задача отгадать слово «Монпансье», но по какой-то причине леденцы обозвали «Монпансье», пропустив вторую букву «Н». На ошибку обратили внимание авторы телеграм-канала «Планерка». Тем не менее, ошибка не помешала участнице проекта отгадать слово. Не моргнув глазом, он также назвал ответ с ошибкой и стал победителем. Многие пользователи сети с досадой прокомментировали инцидент. Поколение ЕГЭ выросло и стало редактировать «Поле чудес». Хорошо, что этого не видит Листьев. Позорище, пишут юзеры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!